Вот такой вот BMW F700 GS, наряженный, дуги, защита рук, большое ветровое стекло, центральный металлический кофр. Также есть возможность установить боковые крепления, все выведено. Видеорегистратор снимает сзади и спереди. Выведен экран на съемку, на переключение кадровки, вида и так далее. Два ключа, площадочка под навигатор, но его здесь, к сожалению, нет. Также, сейчас запустим. Двадцать три с половиной тысячи пробег. Вот, кстати, регистратор показывает. Пульты в прекрасном состоянии. Есть принудительное отключение ABS. Подогрев рук. Два положения. Ближний у нас стоит ксенон, хотя нет, LED свет, дальний обычный галоген, металлическая защита днища. Цвет звезда отлично. Резина у нас 2016 года, как и мотоцикл. Состояние хорошее, даже не дубовое. Ну, то есть сезон покататься можно, перед. Перед такая тоже. В пределах города можно покатать. Диски выработки нет. Остаток лодок процентов 50. Мотоцикл есть чистый, красивый. Замена масла. И сели, поехали. АБС перед зад. Вилка у нас сухая, чистая, без каких-либо рыжиков, потеков. Центральная боковая подножка, лапка переключения скоростей стоит нештатная, тюнинг.